Вечерняя управка. Муж управляется, мы вышли с Матвейкой погулять. Вот какие, напились? Тот вообще третий вообще не пил. Вообще не стало, что? Нет, не знаю, что там. Поэтому еще мало, это, смотри, это вот еще. У него, ну, он, смотри, как колобашка напился. И ему все равно. Ну что, ты пойдешь с нами гулять? Ой, ой, выгоняй их, выгоняй, они бегут. Только пошли отсюда. Давай, загоняй их. Братцы-кролики, я сейчас возьму метлу. Они сюда хотят. Какие, а? И звезда там тоже выглядывает. Викач, ать, бегайте давайте. Пиш, куда мальчик поехал? Брум-брум, говорит. Брум-брум. У нас уже горит фонарь. А Сашек, сколько время? Фонарь загорел. Угу. Время много. Ну как много? Сколько много? 8? Это 9. 9? Матвейка. Матвеечка. 9 минут время. Угу. Мы собрались гулять, потому что Матвей просится на балкон. Мы туда вышли, оделись. И он не хочет там. Рвется на улицу. Он выходит туда, в сторону огорода. В сторону огорода, в двери. Ломится. Слушай, да? Он даже в беседке не хочет. Не хочет он в беседке. Хочет. У нас тут фонарик загорелся. Или мы мимо идем, так он включается. Ага. Вечерняя прогулка. Отец что-то у нас без шапки. А смотри, как хорошо подсыхает дорога. Все равно уже подсохла, считай. Но... Подсохла, ну посмотри, продавила как. Ну к чё я продавила? Чё сейчас? Сходим на нашу набережную. Да, Матвейка? Он у нас на вечер поспал немножко. Целый день не спал. Так, поехали. Бум, да. Мальчишка. Гулять здорово любит. Чё мы сегодня целый день, считай, в один магазин, в другой магазин, пока туда-сюда. Да? Папка сегодня у нас выходной. Завтра на работу и все. Вот выходной я получу, конечно, отдохну. Но не получилось сегодня. А как вот вроде что делали, ага? Да. Вроде как отдыхали, ничего не делали. Ну, никогда. Вроде как отдыхали. Но... Вроде как отдыхали. Как с утра зарядились отдыхать, так и остановиться не могут. Зарядились, говорит. Отдыхают люди у шашлыка и с бутылкой пива. Вот это да. Ну, кто-то... Кстати, да, вот знаете, кто-то же вот в магазинах отдыхает, любят, особенно женщины, да, и мужчины тоже есть, которые любят шопинг, да, они как бы душой отдыхают, вроде конечно. Как, ну, выбирают ну, покупки. Пивко пьют там. Я тебе про шопинг говорю, кто любит по магазинам ходить. Ну, вот. Это тяжело. Ну, понимаешь, у каждого же свое понятие отдыха. Вот они душой отдыхают в магазине. Ну, что? Дело в том, что я вот наверное, чтобы тебя слушать. Слушать, мамка, что мамка болтат. Ну, вот видишь, Матвейка устал сегодня. Он одну конечно. Ветровку примерил. И тут же ее взяли, считай. И все, и он уже умаялся, парень. Он братьев ждал, пока они одевались. Завтра Данечка у нас уедет. Останемся мы одни. Виталя в школу уйдет. А? А давно ли, полгода назад его так положь, ему бы ничего не видно из коляски было. Ну так. Я сейчас вот, кстати, на днях думала, вчера вечером, знаете, даже думала, летнюю коляску надо будет ему покупать, потому что это не дело. Это... Сюда-то аж ставится-то. У нас же есть-то. Ну, я новую хотела, ну не знаю, ну посмотрим. Затем новый 4-5 тысяч выкидывать, это минимум, наверное, если не больше. Это самый дешевый вариант. Когда у тебя есть вон большие колеса по нашим-то дорогам. Большие. Ну-ка, чё? Ну, нормальные так-то. Ну, посмотрим, видно будет. Так что завтра у нас Даня, говорю, уедет. Виталя в школу уйдет. Ты уедешь на работу. Марина, ну, Марина вроде дома с нами, так. Если гулять никуда не убежит, мы одни остаемся. Одни останемся. Так что, значит, для тебя шопинг тоже не отдых, да? Особенно ты считаешь, что это примерять. Я тоже не люблю примерки. Ладно, на одного. А если на пятерых? На пятерых. До вечера из магазина не выйдет. Ну, мы и так сегодня целый день получается. Из одного, а сколько магазинов? Целый день, ну. Что, вода ушла вроде, да?
Ну, поменьше, но вроде. А там что, снег лежит или вода? Там вода. Да. Наша роща. Хоть в рощу сходить, прогулять. Котик, на. Ты куда пошел? А, кстати, это второй же. За хозяйкой бежит, хозяйка. Гуляет вместе с хозяйкой. А они привязаны, так такие, как собаки живут, коты. О, вы не покажили, у меня кот был. Я в магазин, и он в магазин, я куда-то, и он за мной. Ё-моё, как пёс. Киса там? Матвеечка, там киса? Увидел, да? Ой, киса сидит там. А да? Там, вон, смотри, второй котик бежит. Вот ты чё, был, ну, он говорит, ты чё не идёшь, я тебя жду. Иди, говорит, с нами. С нами, за хозяйкой пошли. Да, он что-то присел. Тоже фонарик-то еле-еле нарошнишный. Ой, смотри, какая лоджия. Балкончик или как это сказать? Прикольно, да? Ой, цвет там такой красивый, ага. Ну. Прям яркий такой. Красиво. Угу. Может, гирлянда какая-нибудь? Может. Может, штурчик типа. Да нет, это свет какой-то такой. Так что ночная, ну вечерняя, нет, ночная. Саша, помнишь раньше Матвейка, когда только родился маленький, да? Ну. Мы с тобой все время по ночам гуляли. Ну а когда было гулять? Днем на работе, до 5 точно я на работе. Так мы гуляли, потому что он не спал, потому что он засыпал только в коляске и на улице. Плюс, пока управишься. Ну, у нас, мы как совы, только ночью нам гулять. Ну, оденем, люди, смотри, оденем его. Ну, давай, осторожно. Оденем его, в коляску положим и вперед. Пробежимся полгорода, ага. Парень у нас уснет, мы домой идем. В час, в два, три ночи ложимся спать. Что он здорово гулять любил. И сейчас, смотри, вот любит действительно. Ну, что, все еле-еле сделано так. Нарушнично. Че, ничего, сломали он уже часть выламывает. Качели нету, я уже показывала. А там, ну-ка, что качели-то? А тоже нету, Сашка, качели-то утащили. Все, ну вон она лежала, качеля там. Вот, вот, здесь вот место. Но уже нету качели, уже уперли. О, сына, не покачаться нам. Там молодежь на этих, на тренажерах. Занимается. Ой, так. Откуда здесь спуститься? Ну, да. Хорошо. Хорошая, замечательная прогулка. А вот, оттуда. У них там. А смотри, там вода все равно дальше стоит. Так пойдем туда, вон, на асфальт. Нам там не пройти, Саша. Пойдем, позанимаемся хоть на вечер. На тренажерах. Да, муж? Да. Такие лужи вот еще стоят. Муж, конечно же, сапоги одел. Такие колхозные, домашние. А? Я уже видел, какая здесь грязь. Я говорю, одевай кроссовки. А он говорит, нет, я, говорит, утону еще в этих кроссовках. Да, туда он пробраться бы, по дорожке пройти, подальше. Там качели живые, нет, они еще там. Я бы на качели покачалась. Ну я не знаю, проберемся, нет, мы туда. Там-то вот дальше дорога-то хорошая, здесь вот получается грязь. Ой, я и проваливаюсь, слушай. Прям вообще проваливаюсь, хорошо так вязнешь. Хоть бы плиточку здесь скорее бы сделали, ага. Тренажеры, девчонки, вообще не прикручены, я уж говорила. Я говорю, не позанимаешься на них. Аж страшно. Да, муж? Да. Деревца тут посадили, смотри-ка. А что-то фонарики так не горят ведь? Смотри, фонари стоят, они горят. Да уж. Матвейка. Вот они не горят. Не горят. Смотрит, говорит, нет, не горят. Не горят, ага, сына. Ну там, слушай, качеля-то живая. Только что-то она как есть. Что-то не совсем живая, что-то она там замотана. Сейчас посмотрим. О. Вот такой вот тут тротуарчик. А там, смотри, дальше-то сделали. А отсев, что ли? Или залито? А нет, отсев? Ну все, намотали полные колеса.
Намотали. Ой, качелька живая. Там кульки какие-то вон сверху намотаны. Я думала, все, уже опять сломали. Опять сломали. Там сломали, тут сломали. Да? Здесь качелька сына. Ой, покачайтесь, отец. Вон. Ребенок любит качельку. Здесь она не это. И шатается? Ну, пошатываться, слушай, вот так вот я ее шатаю. Ну, не знаю. Вот так вот закрепили, закрепили, да, забетонировали. Ладно, хоть еще не уперли. Хоть одна качелька живая осталась. Ну, качайся, сына. Скоро у нас в огороде высохнет. Будем дома качаться на качельке. Саша, осторожно. Ну, кроссовок-то у него свалился. Папа с сынулькой. Да, сынулька? Детей позвали, они говорят, нет. Даня еще собирает сумочку. Все, говорит, думаю, что еще взять. Сверху шейкер был вроде. Нет, ничего не было. Нет, так и было. Вот. Так что дети дома остались. Они нагулялись, без нас сходили, гуляли. Так что, девчонки, такой вот у нас вечерок, прогулочка. Перед сном. Воскресный денечек сегодня у нас. Отдыхаем, да, Саша? Сейчас, говорит, как с утра зарядились отдыхать, так и отдыхаем. Да, девчонки, а как вы выходные проводите? Проводите, да? Шашлычки, может быть, с пивасом или с квасом, с чаем. Ай, сынулька, папа тебя качает? Молоко. Правда, сильно-то не раскачивай, просто слушай, правда, страшно. Какая страшная. Ну, конечно, она пошатываться. Ладно, ребенок. А там ведь хорошо качели-то были установлены. Я садилась, прям сидела, хорошо было. Там вот дальше-то по тротуару еще качеля должна быть. Живая, нет она там качеля-то. Матвейка любит на качельке качаться, да? Ну вот, папка в кои-то веки выбрался. Зевает. Ты зеваешь? Ну, что, все, уже спать охота. Ну, даже утки где-то крякают, слушай. Слышишь, да, Саша? Да. Там дальше, на речке, наверное. Ну-ка, что? Что им не крякать? Прилетели уже давно. Да. Классно так. Деревца вот тоже посадили, когда вот вырастут? Да пусть растут. Что, вырастут когда-нибудь? Ну. Вырастут. Хорошо, что посадили. То сейчас все вон, везде леса выпиливаются. Кто, никто ничего не садит. Тут вот рощу. Мы тут на днях гуляли, когда женщину встретили, разговаривали с ней. Она говорит, когда делали набережную, боялись, что тополя вот эти вот выпилят. Но. Ай, я даже об этом не думала, кстати. Типа у вас все тополя там выпилят. А зачем? Такая роща. Я вообще люблю вот старые, они же старые, такие толстенные тополя. Ну это же вообще красота такая. Будет, если это вот так. Ну из-за какой-то вот набережной. И чё? Она сегодня есть, её завтра нет. Нету. По проекту-то она, смотри, какая красивая, шикарная. А на деле-то получается вот так вот все и выглядит. Кругом кучи, грязь и ничего не доделано. И уже половину всего утащили, скоро и эти тренажеры неприкрученные утащат. Ну да. Ну, все растащат, все разломают и все. Утки крякают. Слышь? Ага. На речке, наверное. Да. Класс. Здорово. Ничего себе, прям селезень кричит прям. Да. Я тоже подумал. Да.